Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по зарубежному боксу Coin AD Pro. У меня очередной вывод. Я заказывала вывод. Регламент вывода неделя, 7 дней. Что-то меня тянет опять. Сейчас покажу вывод. Я в боксе. Зарабатываю только своей активностью. Я сюда ничего не вкладывала. Работаю без вложений. История. И вот готовые. Так, первый вывод я выводила $4. И вот 31 числа я заказывала. Мне сегодня пришел вывод. Это я заказывала комиссионные. 9,59. И как бы они берут комиссию. Payeer берет комиссию. Мне пришел вывод $9.50. Вот 9.50 USD. Значит, 2.08 это было 21 минуту назад. И что? Так, входящие. Мне вот у Coin AD Pro пришло тоже письмо. Тоже 21 минута назад. Здравствуйте, Елена Смирнова. Ваша заявка на вывод средств 9.59 была успешно подтверждена. Эти средства были переведены на ваш кошелек. Как бы они вот такое вот письмо отправляют. Кто не знает, это проект без вложений, кто захочет присоединиться, где я вот зарабатываю на ПТС, на просмотре серфинга. У меня уже все просмотрено еще с утра. Раз в день захожу и просматриваю. Вот. У меня все просмотрено. Видите, все сереньким. Вот. Даже если я вот это захочу просмотреть, мне это уже не просмотреть. Мне не дают. Тут определенное количество дают просматривать, как бы. И все на этом. У меня, видите, здесь нет. Но YouTube просмотры я очень редко просматриваю. Здесь помимо просмотра рекламы можно еще рекламировать свои проекты. Так, рекламировать. Значит, можно рекламировать баннеры. Это уже, друзья, по желанию. Я рекламлю этот бокс во всеразличных боксах по соцсетям. Вот. И как бы ко мне добавляются люди и зарабатываю чисто своей активностью. Значит, здесь вот выбираем баннер, какой нам надо. Вот. Далее сюда URL. Картинку загружаем. Я еще здесь ничего не рекламировала. Вот. Один день. Так, 70 центов. Так. Три дня. $1.5. Вот. Ну, здесь баннеры, ПТС, обмен трафика, YouTube видео. Можно рекламировать свои видео. Как бы. Да, и что? Сейчас я вам покажу депозит. То, что я сюда ничего не вкладывала. Как я уже сказала, работаю только своей зарабатываю активностью. Нажимаю депозит. Так, депозит. А здесь нет истории. Но у меня депозит истории нету. Это что у нас? Я вот ничего не вкладывала сюда. Перевести на русский. У вас еще нет местного депозита. И внести средства. Видите, у меня нигде ничего не отображается. Я сюда ничего не вкладывала. В данный момент у меня на балансе, майн баланс, $1.35. И у меня сделан апгрейд, заканчивается вон 10.08. Нет. Через 8 дней. Выходит, он у меня заканчивается. Сейчас я пока не могу сделать апгрейд, как бы даже если захотела. А, еще. Вот. Здесь были обновления. Я захожу здесь, не помню, когда. Дня два назад, наверное. И за местом вот майн баланс у нас в долларах. У нас здесь доги баланс.
Я, если честно, была немножечко ошарашена. Думаю, а Ева, что это такое? Вот. В общем, я, конечно, администратору написала в техподдержку. Не, ну, не администратору, а в техподдержку я писала. Вот суппорт вот здесь. На что он мне ответил, что не переживайте. В общем, там он что-то в кабинете типа химичил, делал обновления какие-то. Как бы все будет как бы восстановлено. И выводить можно будет, как обычно, в штатном режиме. Вот. И как бы просил сообщить партнерам. И вот апгрейд у меня сделан. Что я делала? Я вот делала на 35 премиум голд. 30 дней за $5 10 центов. Вот. У меня сделан. Ну, а здесь еще можно премиум на 30 дней. $3.05. Ну, здесь вот такие расценки. Это уже все. Можно как бы самим просмотреть. Есть пуршаз баланс, комиссионный баланс. Я делала с пуршаз баланса, все собирала. Со своего баланса собрала, с комиссионной собрала. И таким вот образом наскребла на апгрейд себе. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Проект без вложений. Приглашать без вложений, конечно же, легко. Работаем, зарабатываем, выводим. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!